Мы находимся на пляже курорта «Золотые пески». Это старинный курорт Болгарии. Это один из самых раскрученных и дорогих курортов Болгарии. Здесь хорошая инфраструктура, дорогие отели, много туристов, всегда много туристов. Но сегодня ситуация совсем другая. Сезон открылся только 1 июля. Некоторые отели так и не заработали до сих пор. Поэтому в этом году сезон такой урезанный на курорте «Золотые пески». Сейчас мы пойдем купаться и покажем вам, какие отели здесь работают, а какие нет, соответственно. Так выглядит наш пляж. Никакое море не может сравниться с морем на «Золотых песках». Здесь самая чистая вода, поэтому мы так любим «Золотые пески». Вот такой пляжик у нас. Такая наполняемость. Но впереди, там где Берлин, там два корпуса, это Берлин. Один отель был, раньше назывался «Гларусса», теперь опять называется «Берлин». Видимо, выкупили. И там заполняемость очень хорошая. Это видно по пляжу. Мы идем и обозреваем курорт «Золотые пески». Это не когда-то, а именно сегодня. 1 июля 2020 года. Появились спасатели на пляже. Этот отель, по-моему, не работает. Появились вот такие водоросли. Вот здесь еще один отель «Гриффит», но он работает. Встречаемся к пляжу Берлин. Но в Берлине всегда много людей. Я не знаю, как они заманивают туристов такими плюшками, но им здесь явно нравится. Эти два здания довольно старые. Немножко подреставрированы, но в основном они уже свой срок отжили. Мне кажется, что дистанция социальная тут как-то не соблюдается вовсе. Есть раздевалочки. И такой у нас отельчик под названием «Берлин». Бездомные собаки, но они все привиты. Едет паровоз. Этот курорт, конечно, может похвастаться своими экибанами, зелеными обустроенными газонами. Здесь все сделано еще с незапамятных времен. Гриффит. Гриффит Энканто. Энканто? Энканто. Все время новое название. Ну да, знаете, как да. И стал новый отель. Да. Хороший ремонт, как раз. То есть это он сейчас пока не работает. Да, ну завтра или послезавтра. Откроют, да? Уже скоро будут одни «Гриффиты» на «Золотых песках». Отлично. Спасибо. Приятный день. В отеле есть скрытый бассейн. Около нас только один такой. И говорят, что там есть минеральная вода. Не знаю насчет минеральной воды, но бассейн есть скрытый. И зимой, и осенью здесь очень хорошо. Когда везде холодно, то тут можно купаться. Правда, отель все равно не работает. Зимой кафе. Как раз перед этим отелем такое чудное. Скульптурки, я бы сказала. Вот еще раздевалка одна есть, а-ля советское время. Вот Синти де Мари, про который рассказывал нам только что болгарский человек, что он заключил с кем-то договор, а сейчас будет переделывают его на «Гриффит». То есть, видимо, «Гриффит» тут будет все больше и больше расширять свою сеть отелей. В принципе, этот отель, сказали, откроется на днях. Здесь вот есть, я уже его снимала, такое кафе. Сейчас поставят лежачки на пляж, и все будет хорошо. Заработала вот эта детская площадочка водная. Там прекрасно. Все почитаем, что это у нас такое. Это «Кицкуль». Отель «Морского ока». Сидит человек, который продает экскурсии. Вот бар уже готовится открыться. То есть я думаю, что откроется. Вон тот бассейн тоже уже наполняется. Сейчас у нас распустились вот такие веерочки. Это наша зона. Магазины не работают. Развлечения закрыты пока. Офисы обмена валюты тоже. Пока так. Может быть, завтра что-то новое откроется.
вещи все забиты. Вот так сегодня выглядит наш пляж. Туристов заметно прибавилось. Мы гуляем по променаду Золотых Песков. Магазины все работают, но не все, и почти все. Вот этот ресторан работает, и вот этот тоже. Вот так удобно вдоль променада рестораны выставляют свои меню с картинками и ценами. А еще они делают промоции и снижают цены. Сейчас все борются за клиентов. Здесь можно покатать детишек. А здесь мы плетем косички. Я бы с удовольствием заплела, но нечего. Вот здесь у нас образовалась такая площадь, а раньше здесь было кафе. Теперь тоже красиво. Здесь чикен и кукуруза. А здесь мы сняли пляжный магазин, насыщенный товарами. А вот здесь вот можно деток покупать в шариках. Мы с моим внуком когда-то здесь в шариках тоже купались. Можно всем вчетвером за 55 лева развлекаться в этом аквапарке. Вот такие паровозики ездят у нас по променаду. Люди катаются на паровозике, но народу на променаде довольно много. Вот аптечка заработала. Тут такси-сервис, теперь даже цены вывесил, куда сколько стоит. Вот и супермаркет заработал. Это мы здесь еще не были. Вестомар отель новый, почти на месте старого. Да, здесь все отели делаются на месте старого. Здесь когда-то был отель «Астория», в котором мы даже отдыхали по приезду лет 10 назад. Эти отели «Грифилд» скупила почти все отели у нас на Золотых Песках. И еще, наверное, не все. Вот кто-то запустил летучего змея. Здесь очень высокие волны. Вот открылось и это кафе. Все открылось. Еще не вечер, как говорится. Цены в кафе вот такие. Мясо 16 лева. 17. Поэтому англичане так и любят Золотые Пески. Пицца с пивом. 7 лева. А, тут можно и курить. Вот это наше любимое блюдо. Тут есть коктейли и такое разнообразие. Это осло. Карликовая лошадь. Это калиакра. Полные цены. Но это только грифилд, что ли, такого? А, ну он приглашает всех. Зонтик 2 БГН. И что еще? Лежат 2 БГН. И матрас 2 БГН. То есть получается 6 БГН. Да, а гости отеля бесплатно. Здесь можно посидеть на скамеечке и полюбоваться волнами. Вот все магазинчики работают на променаде. Вот это тоже отремонтированный отель Ю Астория. Популярный ресторан The Island. Особенно, когда холодно, закрываются панелями такими стеклянными ресторан. Внутри он такой теплый. Это центральная часть, мы приближаемся. Здесь очень много народу. Такие аттракционы надувные очень популярны. Мини-гольф здесь. Мы играли с Егором. Плюшки для взрослых 10 лева, а для детей 5. Вот наши магазинчики с пляжными принадлежностями. В этом году цены не очень дорогие. Вот это популярный ресторан «Парми». Здесь тоже хорошо готовят. Но сегодня здесь пока никого не видно. Вот футболки 15 лева. Миди 12 лева. Ну, по-моему, тоже недорого. Очень красиво выглядит. Да, 850 грамм. Кого интересует, тоже платный. Украшения. Прически плетем. Мы в самом центре. Вот этот новый ресторан «Македония». Вот он не открыт. Но он не открыт, да. А построен совсем недавно. Как в прошлом году. Да. Зинчики все работают. Вот какие классненькие Барби. Свадебные Барби. Да. Самый центровой ресторан. Не работает. Тут магазин «Алда» тоже не работает.
приближаемся к Златной Котве. Тут работает бар. Но он уже давно работает. Да, этот вот бар открылся самый первый. Он так и называется, Златная Котва. Вот какие сувениры. Открылся мой любимый обувной магазин. Сейчас пойдем покупать обувь. Здесь очень дешевая китайская обувь. 30 лева. Магазинчик одежды. Цены разные. Конкурирующие фирмы. Благодаря. Здесь детей можно покатать на машинках. Вот и экскурсия. Болгары. Болгария. Вот наши экскурсии, кроме того, есть кораблик, жив сафари, вам надо. Спасибо. Акват тоже надо. Спасибо. Бассейн. Палки. Надувают. Дошли до адмирала. Мы пришли в центр Золотых Песков. Подведем некоторые итоги. Как обещали, цены на пляжные услуги снижены. Все отели первой линии работают. Вторая цена, которую я указываю в стоимости некоторых отелей, это цена сезона 2020. Цены тоже снижены. Кафе, рестораны, развлечения, все работает. И все работает с большими скидками. Море, солнце и дешевые цены. Что еще нужно туристам? Вот так мы красивенько снимаем Золотые Пески.